Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Забрать награды. Раз. Посмотреть рекламу. Это два. Откройте наборы карточек. Совершить сделку. Ну-ка, сделочку глянем. Есть тут у нас что-нибудь за доллары? 192 очка доверия на 146 долларов. Вот это я, пожалуй, сделаю. Обменчик. Так, здесь у нас... Подожди ты. На 4000 монет. Ну, это ерунда на самом деле. Это я не хочу делать. Монеты менять. Это последнее дело. Так, переливание я оставлю. Ну, больше тут, в принципе, вот это вот можно продать. Офис службы безопасности. Аллозавра. Аллозавра я, пожалуй, оставлю. Ну что, сделали мы, да? Сделку. Так, открытие набора карточек. Что у нас тут? Использовать ускорение, потратить хавчик. Так, насчет еды. Ну, если уже прокачивать кого-то, то, соответственно, кого-нибудь такого серьезного. Ну, например, астафрикозавра. Угу. Не хватило дальше на прокачку, ладно. Ну, пеликанимим. Так, вот, пирораптора давай, наверное, прокачаем. Опять же, не хватило нам, чтобы выполнить задание. Ну, ютораптора тогда. Это все какие-то мелочи, да? Стегоцефал. Тоже не хватает. А с кем он, ребята? А, он у нас превращается в лабиринтозавра. А зачем я его только прокачивал? А вот ты, например, кто у нас? Тодзи. Нундазух. Нет уж, спасибо. Это я тоже, ребят, не хочу никакого нундазуха. Так, вот спинораптора надо будет до сарковки прокачать. А дилофазавр у нас с эрликозавром получается эрлифазавр. Да, такого я, кстати, еще вообще не видел ни разу. Но эрликозавра попробуй прокачать, вот он. Нет, это тиранозавр. Блин, ну что, у меня больше некого прокачивать, что ли? Так, давай-ка заберем. Пара зауралов. Опа, он у меня еще и новенький. Так, я еще и значок собрал. Пара зауралов. Ты с кем гибридом становишься? Ага, с бонитозауром. Ну что я могу сказать? Будем тогда, наверное, тебя, скорее всего, копить. В плане, вы хотите сказать, что... Нет, 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 нет. А так он у меня не появился, что ли? Я думал, он мне на постоянку теперь доступен. А оказывается, что нет. Зухамимы все прокачаны. Вот, анкилодок. Сейчас мы его... Есть. Наконец-то. Так, задание мы выполнили. Забираем здесь награду. Наборы карточек использовать ускорение. Собрать моды. Ну что же, я готов. Давай, Чарли. Будь добр, выкини мне, пожалуйста, какой-нибудь пак. Нет, он мне дает единство. Это повышает показатель атаки. Причем не особо-то хороший. Дает слабость. До конца боя уменьшает запас. Понятно. Ну и последний. Единство. Повышает показатель всей команды на 10%. Такое себе. Так, ну что, ускорение, кайнозойка. Ну, в принципе, тут... А, награду еще заберем. 250 тысяч. Ну, неплохое подспорье. 250 тысяч. Здесь у нас тоже что-то есть.
Вот так. Ну что, давай посмотрим, какие у нас события сегодня есть. Бойня хищников. Схватка редких. Дрожь земли — это продолжение. Так, хищники один. И моды еще один. Упс. То есть... Да, 38-й, 34-й уровень. Это у нас что, путы? Как вот с этими охламонами вообще можно драться? А на редких... А на редких у нас будет, я так понимаю, рулетка. А здесь как раз нормальные награды. Ну давай, я попробую. Значит, сюда я возьму Нундагозавра. Здесь у меня будет Диплозух. А вот против Сигунтозавра, наверное, я поставлю Эдиоморфодона. Значит, у него тут путы. Тихо. Куда ты? Моды я хочу поставить. Да моды-то, ёпрсеты, блин. А, вот же, ёпрсеты. Так, первый урон снижает на 50%. Альфа-путы. Вмешательство. Слабость. Устрашение, несокрушимость. А что такое превосходство? Увеличит бонус к показателю атаки за преимущество класса с 50... Ага, но это если преимущество. В принципе, ребят, у нас преимущество классов. Преимущество, поэтому ставим его. Дальше мы поставим, наверное, прочную кожу. А Эдиоморфодону я поставлю, наверное, пронзающий... Нет. Инстинкт убийцы. Не понял, подожди, что там написали? Хищники. То есть Эдиоморфодон не котируется, что ли, получается? А так? Наверное, тоже не пойдет, да? Нет, с Таниколой Грузом пошло. Превосходство. О! Вот это совсем другое дело, ребят. Я думаю, что здесь Нундагозавр один справится со всеми. Но это не точно. Что он сейчас будет делать? Мой ход. Конечно, мой ход. Я даже не переживаю. Ага, вылупляет. Ну, пора и мне, наверное, вылупить. 4500, да? Этого ему будет более чем достаточно. Вылупляй, Нундагозавр. Все, отдуплился парнишка. Хромоспинус. Ничегошеньки не стал делать, да? Не решился бомбить. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что вот так вот сделаем. Тоже его в труху. Путы. Да давай, делай путы. Слушай, ну он, наверное, сейчас расклепает меня здесь. Не, не получилось ничего. Все тогда уничтожаем. Давай, Нундагозавр. Выбей из него всю дурь. Отлично. Ну что, первый поединок прошел неплохо. Опять же, Нундагозавр нам здесь очень хорошо пригодился. В принципе, он один тут и затащил все. Смотрим дальше. Ядрить, макарить. Турбозавры всякие, тут трэш. Без тебя мне никуда, парень. Одни хищники, да? Допустим, так. Так. И... Кого тут еще можно взять? Опять же, Эдиоморфодона, наверное, возьму я. А, его же нельзя. Ну, Спинораптора тогда.
Так, мода. Инстинкт убийцы. Я уже забыл, что он делает. Дает одиночку действия за каждое павшее вражеское существо в начале следующего хода. Переливание. Восстанавливает... Переливание возьмем. Так, а что у него здесь? 40% атаки. Плюс снижает показатель. А здесь повышает показатель вражеской команды. А вмешательство отключает мод. Увеличит показатель атаки ваших союзников на соточку. Даже если атака вашего существа заблокирована, так, он наносит 40% урона. Да, это будет серьезная битва. Да что такое-то? Хищники 2? Чё-то я не понял. То есть... Хищников 2, тут, блин. Я понял. Так, что ли, получается, да? Да, получается. А в третьем поединке, что ли, все должны быть хищники, наверное, да? Я так понимаю. Ладно, опять же, надежда вся на Нундагозавра у меня. Атака, конечно, уже слабенькая. Не то, что там была. Раз, два, три. Бомбит все-таки. 2 очка действия он у себя оставил. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Одну очку действий, да, у него осталось всего лишь. Понял. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Ну что, вырубаем этого хламона. Тарвозавр. Переливание, все хп себе восстановил, прикинь. Что он у меня там отнимал, пыхтел. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Иди отсюда. А вот это уже больно сейчас будет. 6. Все-таки вырубил, да? Проверочка. Все, ему кранты, по ходу дела. Замечательно. Но у нас еще один поединок будет. И тут, наверное, 3 хищника нужно будет. Ё-моё, ты посмотри, что. Это что такое вот это вот? В начале боя перемешивает все моды. Крадет мод противника, действует 1 раз. Как тебе такие расклады? Да, а здесь чисто, ребята, вот должен я справляться своими силами. Вот такие вот тут условия они сделали. Ой, ну что же, Таникалагриус, так и вот так. Инстинкт убийцы. А что вот это вот такое? Снижает показатель атаки на 15%. Угу. Мы на соточку можем повысить. С другой стороны, зачем мне вот это пока? А берсерк
Повышает показатель атаки на 40%, а ОЗ снижается на 25%. А устрашение снижает на 10% всех. Общая слабость. Снижает запас всех вражеских существ. Угу. ОЗ на 15%. Уж не знаю, что тут у нас получится, ребята. Сейчас он перемешает все моды. А, вот он где. Тьфу ты, воровство. Зашибись, ворюга несчастный. Ну что, битва 918. Мне придется так, наверное, сделать. Пока. Раз, два, раз. Аккуратничаем, аккуратничаем. Так, он раскрылся. Таня Калагрюс, ты же сможешь его пробить? 2266. Сможешь. Тогда влупляй. Прекрасно. Так, а это кто у нас? Цератозавр. Ёпрасты. Опять свои путы, что ли? Нет, все нормально. Все пучком. Да, понятное дело, что он уничтожает. Нет, тут... Я вообще нисколько не удивлен. Он же все слил, все. В топку этого цератозавра. Чтоб души его здесь не было. Так, троодон, вот это да, это уже серьезная, так сказать, птичка. Вырубает, вырубает он мне. Ну что, Тарадон, я думаю, с тобой пора прощаться. До свидания, мелочь ты пузатая. Готов. Готов, птенчик. Ну что, ребята, как-то так. Неожиданно для себя я прошел это событие, но потратил практически всех своих динозавров. Памятник Джону Хэммонду. И выпал какой-то несчастный скафагнат. Ребят, понимаешь? Какой-то несчастный скафагнат выпал. Так, ДНК. Еще ДНК. Здесь заберем награду. И ускорение даже мы завершили. Ну что же, это шикарно. Так, а здесь? Вот таким вот образом. Так, хавчик. Ну что, у нас еще есть там события. На острове там у нас тут пока ничего, да, не созрело. 6 часов надо ждать. Через 6 часов мы сможем прапаться до 62 уровня. Кстати, посмотрим давай, что у нас откроется на 62 уровне. Плезиозавр. Легендарная карта. Отлично. Это у нас водоплавающий, да? Здесь-то сколько ждать еще? Блин, дофигища. Ну что, погнали тогда на событие следующее. Вот у нас осталось тут. Только для суперредких прям написали. Ладно. Анкилодок. А давай мы сделаем, наверное, знаешь как? Блин, травоядник. Блин, только для редких и 4 поединка, да? Как-то вот не укладывается немножко у меня. А если я возьму, например, вот так и вот так.
Будет ли от этого толк? Думаю, что толку будет мало. Две атаки его наносят. Ага. Ну, посмотрим. Неужели он возьмет анкилодока? Твою налево. И пропишет. Ну, уничтожит меня сейчас. Хотя он этого не стал делать. А если вот так вот? Есть контакт. Прописал ему лещей. Но тут, конечно, нас с двух атак вынесут сейчас. Да ладно, ты серьезно сейчас? Неужели 6 атак сделает? 5. Нам хана, ребят. Нам хана. Ну, редких очень мало у меня. Это факт. Но надо как-то вырубать их. Неким. Понимаешь, просто неким. Аэротитаны, тут всякая шелупень. Раджазава с 40 уровня. Ладно, фиг с ним, с этим событием. Пойдем вот сюда. Нам здесь нужно Карнораптор. Блин, я про него и забыл в тот раз. Ну что, начнем, наверное. Метриакантозавр. Дальше мы возьмем Диплотатора и Тиранозавра. Где мы там находимся, я даже не знаю. На каком месте, в какой лиге нас наверняка сбросили. О, кентрозавр, как раз хорошо он попал, кентрозаврик, под моего хищника. Прям удачно. Прям шикарно, мы его сразу вырубим. Прям с одной плюшки. Да, в принципе, здесь всех мы вырубим. Даже диплодока и... И как его звать-то? Лабиринтозавр, точно, все забываем. Этого тоже с одной плюшки можно вырубить. Вот и все, готов. Ну иди сюда, лабиринтозавр. 74 к атаке. Ну если он, конечно, 74, это будет 150 и 150. Ну да, вырубит меня. Если 4 атаки потратит. Что он и делает? Давай, Диплотатор, вмажем по полной. Ну вот и все. Вот и сказочки конец. Ты слушал, молодец. Диплотатор. Диплотатор еще в те времена, ребят, выручал нас неплохо, да? Когда сделали мы из него Нундазуха. Ну-ка, что нам тут подкинут? Так показали очень много долларов. Ну, естественно. Естественно, обольщаться не стоит. Потому что ничего тебе путевого здесь не дадут. Сфинакодон, аморгозавр. И возьму, наверное, скафагната. Скафагната нужно тоже, блин, прокачать. У нас очень много, вон, 20-х, я смотрю. Если мы их улучшим, так. О, суперзаврик попал. Сразу же. Я думаю, что с одной плюханки мы его выносим. Да? Да. Сразу с одной плюшечки. Пукс. И как будто его здесь не было. Но вот здесь будет похуже маленечко. Потому что все-таки Акантостега. Но даже если он сделает две атаки, я думаю, мы выживем. Выживем или нет? Окей. Ну что, пора его в мясо. Подожди-ка, в мясо ли? Ха-ха. Тоже не получилось. Ну что, тогда придется это делать аморгозавру.
Понятное дело, что он здесь тратит всего лишь одну очку. Здесь больше и не нужно. Ну, давай арморгозавр. Два тратим, и вот так. Это во втопку. Ну, а этот у нас, как его увеличать-то? Рамфоринг. Он здесь нам ничего не сделает. Не должен, по крайней мере. Что ты там шипишь? Кряхтишь. А он ничего не стал делать, а зря. Зря, парнишка. Вот и все. Был рамфоринг, и не стало его. Что-то я сомневаюсь, что аморгозавр был в свое время такой динозавр. Так, ну что, мы перейдем все-таки, наверное, в десятку лучших за сегодня. Эть, не чтобы 20 долларов подкинули. Двигаемся дальше. Карнораптор, Пеликанептерикс и Анкилодок. Нет, Диплотатор. Ну давай, не скупись, что ты там крутишь. Так, Гатс, Дарвиноптер. Короче, два летуна. Два летуна. Одного мы сразу чпок вырубаем. Да я думаю, что со всеми здесь мы также разберемся. И Дарвиноптер этот никудышный. Я думаю, что ему тоже сейчас будет крышка. Он еще и тратит атаку, дурачок. Это дело его. Ну что, в топку? Выполз. Гиганоцефал, собственной персоной. Начинает тут елозить. Ну что он, 61 атака, что он здесь делает? Да ничего, ребят, даже если он тут сейчас в защиту глухую встанет, я его все равно пробью. Ты решил атаковать, ладно. До свидания. Всего хорошего. Ай, да выезжался. Нет, ну он это заслужил, однозначно. Так, ну что, двигаемся далее. Перейдем? Да ладно, вы серьезно, что ли? Не хотят они меня переводить. Зато едой этой закармливают. Стегоцератопс, Трапиогоптер и Алангозавр. Блин, у меня доллары все меньше и меньше. Мне еще остается сколько? На два поединка? По 5 баксов. Траодон, Галимим и Афек. Блин, вот это плохо. У меня первым стоит травоядник. Стегоцератопс. Поменяю. Только не говори, что ты возьмешь сейчас Галимима своего. Галимима это же, или как тебя там? Да. Смотри-ка, ничего не стал делать. Ну, я думаю, что Траодон добегался, да, здесь? Он уже понял, что ему некуда деваться. Соответственно, он начал бомбить. Раз-два, раз-два, раз. Смотрим, сколько Галимим тут наносит нам атаки. 134, ну, в принципе, терпимо. Я даже не думаю, что он сейчас будет атаковать меня. Окей, в этот момент я беру Алангозавра. И вот уже Алангозавр, раз, два, три, будет пропечатывать его. Афиакадон.
247 к атаке, 6 очков действий. Круто, круто. Защита, конечно, моя здесь не поможет мне. А вот тут, вот тут мы, кстати, можем его пробить. До свидания, сосунок. Да чтобы не выпендривался. Правильно, стега. Забомбил его, так ему и надо. Ну что, наконец-то мы переходим. Ё-моё, в 10% лучших. Это охотники. Дайте мне что-нибудь путевое-то, в конце концов. Что у меня всякое... Ну, спасибо. Услышали мой... Мою молитву. Мой призыв. Так, ладно, делаем дальше. Карнораптор. Эниозавр. Что ты? И Эдиоморфодон. В принципе, неплохая командочка. У нас вот двадцатки и десятки. Это больше всего их, ребят. Ух ты, ух ты, ух ты. Диплотатор даже здесь. Как раз под Эдиоморфодона попадает. Ну что, начнем развлекаться. Ай-яй-яй, не хватает, чуть-чуть не хватает, жаль. Но все равно плюшку я ему нанесу. Пощечину смачную врезал. Блин, я офигею, ребят, такие, неужели такие когти, блин? Это мной как бритвы, блин. Вот это было сейчас смешно с его стороны. Вот этот вот поступок, который он сделал. Атаковать он решил. Лучше бы он брал бы диплотатора. Ну давай, летушка. Ничего себе, 39 уровня. Он наносит мне... Прикинь, у меня гибрид 20-го, а у него джетс, ну, считай, 40 уровня. Наносит 300 урона. Не кисло он устроился, я тебе скажу. Не кисло. А вот диплотатор-то меня сейчас как раз и вырубит. 374 к атаке. То есть, получается, ему нужно потратить... Два, да? Два. Два очка действия. Ну, это по моим параметрам, я не знаю. А он три. Окей. Ну что, пропишешь ему? Блин, не добьем, да? А нет, все получилось. Эйнозавр хоть где-то, ребят, победил. А то обычно он у нас на звездюлях катается постоянно. А тут не подкачал. Молодец. Так, 84-я позиция. Я не откажусь еще от 100 баксов. ДНК. Слушай, подожди, а мы задания-то все выполнили? Что у нас там еще-то? Так, завершить ежедневки. Кайнозойку нужно сыграть. Блин, опять заела игру. Знаешь, что я еще хотел посмотреть? Где у меня... Вот этого. 660, диплозух. Я же могу... Блин, а сколько не хватает-то? Мне не показали, сколько не хватает. 600 там с лишним, а у нас сколько? У нас явно меньше, да? Ну что, пойдем в Канезойку играть. Растребует. Скоро можно будет открыть чистое золото. Так, Глиптодон, Мегистокурус и Унтатерий. Ну давай. Ух ты. Ну я, наверное, сразу... Ага. Я, наверное, сразу начну с плюшки, конечно. Меняется, понятное дело. Раз-два. Кто у нас против них силен?
Да. Раз, два, три. Врубай его. На тебе, кабанчик. Зато здесь у него классовое преимущество. Ну, понятно, что одной атаки здесь ему достаточно. Ноктус, ты готов послужить? Ты должен послужить, Паноктус. Ну давай, сливай все. Все, что у тебя есть. Молодец. Ну что, Унтатери, теперь наша очередь. Ой, Унтатери, Уртинотериум. Начнем потихонечку, да? Раз, два. Ой, зачем я так много, блин. Тут достаточно было бы две атаки, а я зачем-то три сделал. Вот и Глиптодоша пришел. Ворчун мелкий. Мелкий Йода. Ему достаточно будет... Сколько? Ну, три атаки. Смотри, простоял. Все, им крышка. А нечего было стоять в защите. Думает, я не просчитал, что ничего. Все у нас было хорошо. Приз любителя. Так, 150 ДНК. Что у нас тут? Да ничего хорошего нету. А вот и ежедневочки наши выполнены все. $40. Неплохо, неплохо. Поздравляет, все ежедневки выполнены. И чего? Что ты мне сюда тыкнул? Зачем? Так, ну если у нас еще есть динозаврики, конечно, надо, друзья, драться. До последнего, да, как говорится, динозавра. Возьмем Барионикса, Орхозавра и Тапиялозавра. Ну давай, давай, созревай быстрее. Что ты там? Утю-тю-тю-тю-тю. Ну ладно. Как вы там? Тупангдиль? Тупандактиль. Вот как. Тупандактиль. Ну, короче, тупой. Папин топорок, е-мое. С укуса начнем. Ну, поменяется, наверное, естественно, на Кулазуха. Или будет атаковать сам. Все-таки сам решил, да? Ну, молодец. Красавчик. Раз, два. Иди в топку. Иди, говорю, в топку. Кулазух. Да, у него, конечно, классовое преимущество, но 99 к атаке. Это для Барионикса. Это щекотки просто-напросто. Самые настоящие щекотки. Так, ну что, теперь моя очередь ему звездануть. Раз, два. Давай, все сольем. Прекрасно. Так, ну и Рамфоринг решил тут выпендриться. Я думаю, что ему ничего здесь не поможет. Вот и все. Вот и сказочки конец. Барионикс нормально себя проявил. Как кровожадный, да, динозавр, он очень круто себя проявил. Продвижение, конечно, идет очень медленное. Да почему же не соточку-то, а? Ну, могли бы дать соточку в конце-то концов. Я был бы вам только благодарен. Значит так, Эоламбия, Тернадон и Диплозух. Судя по всему, это, друзья, наверное, последний поединок у нас получается.
Слушай, ты посмотри, мы с тобой находимся в 10% лучших. Какие-то динозавры тут нелепые просто выпадают. Как он до сюда дошел такими вот, я не знаю, таким составом? Что это? Смех на палке. А это, считай, предпоследняя лига. Давай, 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 не кряхти там. Иоламбия, звездани ему как следует. Ага, испугался. Ну, в принципе, это ему тоже не поможет. Урубаем. Слушай, Иоламбия такой довольно крепкий. Выглядит, конечно, он здесь как-то миленько на картинке, да, такой милашка. Такой, не трогайте меня, я очень миленький, бесстрашный, ой, беззащитный. А на деле-то бомбашит, будь здоров. Видишь как? Его, видишь? Попрыгульки какие он. Начал выпендриваться перед вами, короче. Показывать себя. Расхваленный наш. Ну что, 63-я позиция. 63-я позиция. Мы забираем. Оп, спасибо, $20. Отлично. Вот, вот у нас последний поединок получится, да? Так, так. И вот так. Аптозавра, конечно, я не отыграю. Не получится. Хотя по хпшкам, ты посмотри, сколько у него. У него, в отличие от анкилодока, считай, на 1000 больше. Вот это что сейчас против нас ставит? Я не пойму. Что это за нищеброд, ё-моё. Какая-то арамбургиана, которую сейчас в трюфель завернем и выкинем. Все. Также у эрхозавра 407 кота. Нет, ну не спорю, тут 407 к атаке. Это мощно, ребят. Мощно для второго уровня против, извини меня, птеродактиля 30-го. Это, я тебе скажу, это достойно. Но все равно этому не поможет. Мой ход, конечно, мой ход. Давай его распетрушиваем в топку. И Гуанлунь выходит. Здорово. Давно не виделись, Гуанлунька. Сейчас будем тебя тоже мурыжить. 237 хп и 74 к атаке. Да, я себя вспоминаю, когда я тоже против таких бизонов выходил. Когда у них там по 5000 атаки и по 4000 хп. А у тебя вот такой вшивенький птеродактиль. И ты смотришь, думаешь, да, как с ними бороться. Так вот и бороться, просто проигрывать, тупо проигрывать, ребят. Ну что, 53-я позиция. Конечно, продвижение здесь идет медленно очень. Эть, нет, чтобы редкий убийцы дать. Все. Здесь я больше, к сожалению... Нет, ну можно попробовать апатозавра, например, взять. Че у меня тут? Не травоядники остались. Ну давай сделаем вот так. И вот так. Фиг с ним. Попробуем. Ну а вдруг получится? Кто его знает? Хотя я почему-то сомневаюсь. Да. Астафрикозавр бесява. Но я думаю, что апатозавр должен. В принципе. Нет, не должен. Ладно, пока у нас очень много хп, будем накапливать очки действия, потом переключимся. И я думаю, что мы его пробьем. Так вот он решил, да? Проверим. Шикарно. Орнитохейрус, ну, 72 к атаке.
Бесполезно. Ну, тут уже посерьезнее. 255. Мой ход. Раз, два, три, четыре. Давай проверим. Готов. И опять же Арнита Хейрус. Без вариантов. Тут победа за нами. То есть одним апатозавром мы отыграли катку. Даже не думай об этом. Даже ты об этом и не думай, парень. Никакой победы тебе не видать сегодня. Такой щелчок. Смачный такой хлопочек. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Так, ну что там, 40-й, да? 42-й. 42-е место. И 120 ДНК. Просто дали мне 120 ДНК. Пройдите 25 схваток. Че, я награду получил, да? Ага, это пак. Микро ДНК. Ну, спасибо. Слушай, у нас ДНК хватает на кого? На... У нас Раджастига 20 уровень, да, имеет? Да, 20. Но в любом случае вывести сейчас я никого не смогу. Потому что тут сидит у нас он. Обормот шунозавр. Есть кто-нибудь из желающих? Скафагнат. Ладно, иди. Скафагнатик. Так, давай-ка посмотрим. Редкость в сфере. Редкость. А, понял, редкость. Монеты. Что это вообще означает? Сортировка существ. Тираннозавр, астафрикозавр. Ну что, будем заказывать? Будем. Будем. Ну вот и все, друзья. На этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.